В рамках празднования Дня калмыцкой печати состоялось торжественное вручение благодарственных писем журналистам региона. Председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев поздравил коллег и вручил им памятные подарки. Также в ходе встречи сегодня подвели итоги конкурса «Журналист РИА Калмыкия-2021». Победителям вручили дипломы в нескольких номинациях. Авторами лучших публикаций стали Светлана Михайлова, Наталья Даджаева и Василий Ванькаев. День калмыцкой печати и вообще выход первой калмыцкой газеты «Айратские известия» Уртензенг, это не местечково-калмыцкое там событие. Это событие имеет значение общероссийское, потому что у истоков создания первой калмыцкой газеты стояли известные российские ученые-ориенталисты Сергей Александрович Козин, Борис Яковлевич Владимирцев, Александр Людвигович Котвич и многие-многие другие. Главными редакторами были известный калмыцкий просветитель Намто Ачиров и профессор буддийской философии Гешел Харамба Боумбадме.